В ночь на 13 октября в огне погиб 2-летний ребенок. Загорелся один из деревянных домиков на территории летнего лагеря «Звездный» Федерального детского оздоровительно-образовательного центра «Смена». По официальным данным, в домике никто не проживал. Он был закрыт на консервацию. Мать оставила малыша дома одного, а чтобы он не замерз, оставила включенным обогреватель. Через некоторое время охранник центра увидел, что строение загорелось, и вызвал спасателей. О том, что в доме находится ребенок, стало известно, когда вернулась его мать. Спасти мальчика не удалось. В момент пожара лагерь не работал, а в городке официально никто не проживает. Сейчас решается вопрос о его сносе. Деревянное строение сгорело почти мгновенно. Пожарным едва удалось спасти от огня соседнюю постройку. Подобные случаи уже были. В 2008 году в станице Гастагаевской при пожаре погибли 2 девочки. Уложив детей спать, женщина ушла в магазин. Короткое замыкание стало причиной пожара. В том же 2008 году погиб мальчик-инвалид в хуторе «Вестник». Его также оставили одного в квартире. Пожар возник от горящей свечи. Будьте внимательны и не оставляйте детей без присмотра ни на минуту.